Эй, окей, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Disc Room. Короче, у нас есть первая кровь, какие-то живые пещеры, есть также инфа красный. Да, инфа. Погнали, я думаю, тогда сюда. Сразу умираем. Клонирование. Хорошо. А смысл отклона? Типа я мог просто жить и бесконечно бегать? О, ну это уже сразу босса мне дали. Ядовитые антитела. Так, и потом как это еще одна версия. Одно яйцо нужно было еще. Манать подстава. Меня рот сожрал. Хищное антитело. Готово. Сгнившее антитело. Скормите неизвестное. Клонов имеется в виду. Это мне за раз надо. Блин. А, за раз надо. Так почему он не создает? А, то есть одно яйцо это один клон. Блин, сложно. Thank you.
Да ё-моё! Отлично. Давайте сразу сюда. Прошу, 2 минуты. Но если ничего дальше не будет происходить, только вот так, то, в принципе, реально. Ну, дальше будет нормально, если они еще хотя бы 3 штуки запустят после 1 минуты. Но это на самом деле довольно скучно. Главное, чтобы я не накаркал. Ладно, они ко мне ближе и ближе приближаются. Главное не затупить насчет торта. Так, правильно же? 120 секунд? Это 2 минуты. Все, да. Так, здесь новый диск один. Давай попробуем. Еще так жестко. А какой новый диск там хотя бы? Ну, куски мяса. Я вообще не понимаю, подождите. О, подожди, я получил. Давайте я хочу хотя бы попытаться пройти.
Ну все, 10 прошел. Редкий элемент. Лоботомия. Редкий элемент. А, это который по левой, а это который по правой, да? Нет. Не шарит что-то. А, может я должен именно в этом круге сдохнуть от лезвия? Странно, очень странно. Ну, типа, окей, вот. А дальше как? Охотник. Эти диски не предметы, они одушевленные существа. Моя смерть говорит на их языке. Репликатор. Этот диск научил меня создавать неограниченное, по-видимому, число моих клонов. У нас все больше сомнений, в чем функция этих сил. Спасать наши жизни или глушить над ними? Глумиться. Челюсти. Иногда мне кажется, что я скартливая скармливаю себя этому ненасытному диску. Бессмертный источник пищи для вечной... перевариванием. Остенокласт. Тревога за судьбу коллеги больше не гонит меня вперед. Я чувствую почти живой инстинкт, требующий превратиться в подобный диск в своем отчаянии. Остеобласть. Это омерзительный диск, оказывается, отказался от зеленой растительности ради плоти и костей. Он высмеивает нас. Закрытая область. Ядовитое антитело. Почему появляются новые золотые сферы? Почему сейчас? Почему я продолжаю изучать то, что вновь и вновь лишь препарирует меня? Хищное антитело. Чувствую, что за мной наблюдает. Стало еще сильнее. Смерть потеряла привкус металла. Теперь за вечность несколько секунд я ощущаю лишь как диск обжигающе скользит вдоль костей. Сгнившее антитело. Блоки провоняли тухлятины в воздухе, запах кипящей крови и вздувшихся трупов. Как будто диск чует мой страх. Свирепое антитело. Знание, что мое тело сгорит, толкает меня в огонь и бросаясь в него. Я чувствую лишь слабые отголоски моей изначальной цели.
хребет. Решение принято, я буду самозабавно отдаваться смерти осторожно, оказалось бессмысленно. Перелом. Во мне никогда не было столько ненависти, сколько я чувствую к некоторым особенно золотым дискам. И все же их идеал – жестокость. Есть нечто великолепное. Туша. Несмотря на ежесекундный ужас, я тоскую по объятиям. Короче, он уже теряет рассудок. А я никак не могу понять, что делать с золотым диском. Ну вот, есть, окей, да, показать. Может, я должен проскочить сквозь него? По этому показателю. Вот так вот. Афиг его. Афиг его знает. Ну, я, в принципе, еще не встречался с этим лезвием, поэтому... Да. Переживите 10 секунд. Блин, не успеваю. Хорошо. Свирепое антитело. Деактивируйте все 4 антитела подряд. Соберите сфер 50 в данном секторе. А. Подожди, деактивировать тело, это имеется в виду вот это. Ладно, странно. Хищный блокиратор. Так, об мелкого надо, да? Не, об мелкого я убирал, хорошо.
догнать. Это сложно. Ах ты ж ё-мо. Он умный, потому что это мозг. Видите, он за мной гонится. Чё так сложно? Пипец, как это пройти? Ну я сделал. А то есть я обязан ему сдохнуть? Без
бесконечном режиме, понятное дело, что... Видите, он за мной едет. Пипец. Не, там реально было сразу пройти, но... Видите, он вращается там, где эти яйца тупые. Это я не понимаю все равно, что значит деактивировать все четыре антитела. Нет, я думал так. Так, ладно, что у нас? Я тут был? Да, был. Проживите 5 секунд. Ну, у нас получается следующая серия здесь начнется. Остеоцит. Кажется, теперь я бегу даже от познания, исследований и открытия стали. Мучительны. Я добыча, занявшая роль хищника. Хищный блокиратор. Блокираторы становятся все более безжалостные в их присутствии. Я сжимаюсь в комок искрящихся нервов и расплавленных инстинктов. Хищные останки. Попытка выжить остались позади. Неужели не будет конца бесконечной угрозам? Так, ладненько, давайте, короче, на этом с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.